Всем хаюшки, еще раз сейчас я вам сниму такую часть, покажу поподробнее вообще. Значит, некоторые вещи я там не доснимала. Я их уже положила, это такой спортивный костюм, два сарафанчика, футболочку с совушками. Вот, вот этот вот сарафанчик вы не видели, вот эту вот маечку, мама сейчас их доложит, вернее, не доложит, а просто, как бы, Так, в общем-то, немного обзор на чемоданы, сейчас туда положу свою обувь, тут лежат только шлепанцы мои. Сейчас туда доложу кеды и босоножки. Тут моя косметика лежит. Ну, там, как бы будем выступать, танцевать. Нужно тут. Лежит два пакета, это в автобус. Их нужно переложить вообще. Сюда сейчас что-нибудь положу. Вот такой вот у меня чемоданчик. Сам из себя вот такой вот. Тут лежит уходовая косметика, зубная щетка, мочалка. Для волос, там, шампуни. Зубная паста. Потом сейчас вам покажу такую вещь. Короче, это сейчас. Извините, пожалуйста. Так как куда еду, в ту зону, в той зоне будет много комаров, и нужно как-то спасаться. Я взяла спрей, взяла фумигатор, потому что сказали, что нужно брать. Хотя этого в путевке не указано, но нужно брать. Я взяла пластинку, 10 штук вот таких вот, и розетку для того, чтобы туда втыкать. Я надеюсь, что там, где мы будем отдыхать, в нашем номере, найдутся розетки. Да, ну, по-любому они там будут. В общем, там вот так вот. Дальше. Дальше вот такая вот мыльница с мылом. Вот такая вот мыльничка, тоже сейчас доложу. Тут лежит моя бижутерия. Вот, а с вами мы открыли. И, пожалуйста, не бомбите то, что она как бы Винкс, она очень удобная, как бы, посмотрите. Сюда много чего влезет, и как-то мне пофигу, что тут Винкс. Тут такая штучка для головы, там сережки, гвоздики, сережки, висюльки. Тут заколки, резинки. Там вот бижутерии еще, браслеты, помимо там сережек. Там помимо сережек, то есть там лежат еще браслеты, там шамбалы, вот такие вот как бы, да. Далее беру с собой три обруча. Один сейчас заложу, такой прозрачный, ну как прозрачный, серебряный, грубо говоря. Вот такого вот беру, очень мне нравится. И с маками, которые сделала мне бабушка сама, вот такой вот маки. Беру с собой книжку, которую нам задали читать. Она сама, конечно, не такая тоненькая, но я взяла в укороченном виде вот такую вот книжечку. То есть тут немного скорочено, но тут так скорочено, что интереснее, чем вообще в целом. Вот такая вот книжка, раздела тоненькую, вот такую вот. Ну, мне кажется, в дорогу это самый то вариант книжки. Дальше. Я не знаю, я это стопудово возьму с собой, уничтожи меня. Потом, не знаю, брать мне дневник или нет, так как я не уверена, что я там буду как бы писать. Ну, не знаю, в общем-то, потом подумаю, буду я писать или нет. Дальше тут в папочке, там лежат раскрашки, там фломастеры, карандаши, которые я тоже буду брать, но я говорю, не уверена, что там буду что-то записать, но не знаю, возможно, вот возьму. Дальше тут пакет, в котором хранится еда, который я возьму с собой в автобус. Возможно, возьму вот такие вот салфетки, чтобы руки вытирать, но, наверное, возьму все-таки влажные, потому что сухие как бы не очень помогут везде. Значит, первое-то мама мне будет делать утром бутерброды с вот такой вот булочкой. Бутылочка воды вот такой вот обычной. Бон-агу. Вообще не за свет. Я его постоянно беру, я с классом два раза брала на экскурсию. Печенье вот такое вот очень-очень вкусное.
вообще классное. Беру его постоянно, если еду в какие-то поездки, даже тот же самый пол. Также забыла вам сказать, вот такие вот конфеты я беру. Там мне на 14 дней не хватит, потому что такая сладкоежка, что на 14 дней надо две коробки тащить. Но мне кажется, этого хватит, потому что я не думаю, что там только буду одними конфетами питаться. Ну, вот такие вот небольшие покупочки еды. Тут выйдет 2-3 бутерброда с этой булочки. Вода в жару, если честно, ничего есть не хочется вообще. Поэтому, так, легенько, я сказала маме, она ходила в магазин покупать вообще мне еду. Я сказала: мам, купи мне так немного. И вот мама взяла самое необходимое, ну, это булочка. Также забыла вам сказать то, что мама в дорогу мне еще даст яблочек, бананчиков, там, грушек. Поэтому я не умру с голоду. Ну вот и все, ребята, это было все видео. Если, конечно же, вам оно понравилось, то не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на канал. Я вас всех очень люблю. Ждите новых видео. И всем пока-пока.